Да. Всем привет! Сегодня я хочу сделать видео о первом заказе с сайта iHerb. Очень много мне говорили про то, что много всяких полезностей вещей там на сайте. Вот. И решила заказать тоже кое-что. Сейчас мы коробочку вот получили. Она нам шла приблизительно. Заказ у меня был оформлен. Сейчас даже скажу, какого числа он был оформлен. У меня 1 марта. И вот сегодня он уже пришел. Сейчас мне Стасичка откроет коробочку. Так, мы ее вскрыли совместными усилиями, потому что немножко она залеплена была очень хорошо. Так, что у нас в заказе? Давайте я вот так вот все выложу. Из заказа все баночки. Сейчас я вам покажу, что я заказывала. Вот так вот. Итак, что у меня было в заказе? Ну, первым делом, из-за чего был заказ, это из-за вот такой вещи, как Indol D3 карбинол. То есть это необходимый продукт для здоровья женщины. Это антиоксидант и клеточная поддержка, которая помогает предотвратить вообще повреждение клеток. Как бы индол такой он и считается очень действенный препарат для женщин. Мужчинам он как бы не нужен, женщинам он необходим. Здесь, кстати, очень хорошая доза. А то, что у нас, допустим, продается в Аларовске, да, то там где-то 90 миллиграмм на капсулу. А здесь же в одной капсуле, вот в этой упаковочке, у нас 200 миллиграмм. И в этой упаковочке у нас, вот здесь написано 200 миллиграмм, 60 штук. Ну, я заказывала две пачки. Одну заказывала себе, вторую заказывала родственникам. А далее, что я заказывала, это три упаковки у меня идет экстракт молочного чертополоха. По-русски называется это расторопша. Здесь в одной капсуле 500 миллиграмм, и расторопша, она тоже действенная, как бы такая трава, да, для поддержание работы печени. То есть можно поддерживать работу печени, даже какой-то лечебный эффект. Но у нас сейчас экология, конечно, ужасная. А кушаем мы тоже не пойми чего. Поэтому все-таки для поддержания печени я даже раз в год пропиваю курс расторопши. То, что у нас продается в аптеках, там минимальное количество. Здесь 500 миллиграмм именно молочного чертополоха и 60 капсул. Принимать его по одной таблетке, либо по одной таблетке два раза в день, если у вас будет обильный перекус и кушанье или что-то, какие-то праздники. Я заказывала тоже на всех как бы родственников. Цена у него... Сейчас вот по поводу индола. У него цена 850 рублей, а по поводу расторопши цена 386 рублей на сегодня. Далее, что у меня было в заказе, это, ну, давайте вот этот Джеминема Сильвестр. Я заказывала это знакомой, она попросила, потому что у нее преддиабетическое состояние, вот, и попросила она что-нибудь поискать. Она пьет, я так понимаю, глюкофаж, что-то такое, или вот, ну, как-то не очень он ей помогает, и где-то она вычитала, что вот именно джимнема, это как бы, я так понимаю, это растение индийское, она как раз помогает в метаболизме глюкозы, то есть поддерживает поджелудочную железу, соответственно, она регулирует уровень сахара в крови. Вот, я ее купила, посмотрим, как у нее это будет, ну, даст ли результат. Вот. По одной капсуле в день прием,
Вот, ну, здесь, получается, стоит это 565 рублей на сегодня и 90 капсул. Но я считаю, это как бы цена вообще хорошая. То есть, ну, недорого. Я не знаю, конечно, сколько сейчас стоят преддиабетические всякие эти диабетические препараты. Вот, ну, в принципе, за эти деньги как бы это недорого. А следующее что? Это у нас витамин D3. Это я заказывала ребенку, так как все-таки у нас в этом году практически вообще отсутствует солнце, и на море мы будем, наверное, в этом году один или два раза, вот, поэтому мы, конечно, решили все-таки взять и витамин D3, и пьет эти витамины, которые тоже необходимы для растущего организма. Вырабатывается витамин D кожи, как у нас известно, ультрафиолетом. Вот. Ну, так как говорю еще раз, у нас практически нету в этом году солнца, то витамин D3 у нас практически и мало поступает в организм. А это и иммунная система, и косточки наши, так что применение по одной капсуле в день во время еды, все то же самое, и 50 миллиграмм витамина D3 холекальциферола присутствует в этой баночке. Стоит он всего 150 рублей 30 капсул, ну, то есть это месячная норма. Далее что? Пиколинат хрома. Тоже очень нужный препарат. Он как бы действие его, сейчас скажу, он стоит 240 рублей. Вот, 240 рублей за одну баночку я его покупала. Здесь 100 капсул, 200 миллиграмм. Итак, что у нас пиколинат хрома? Пиколинат хрома у нас способствует поддержанию тоже здорового уровня крови, сахара. И он именно помогает организму не нуждаться в сладком. Я, допустим, тоже любитель сладкого. Как бы чай без конфетки, то есть никогда у меня мимо мне не проходит, да. Поэтому я решила себе купить пиколинат хрома, как раз который помогает метаболизму углеводной пищи в организме. Все это дело нормализует. То есть здесь у нас, как на сайте написано, хром помогает инсулину выполнять свою работу и позволяет организму адекватно метаболизировать углеводы, сахар, жиры и белки. Это положительный эффект, потому что высокий уровень инсулина увеличивает возникновение избыточной глюкозы из углеводов. Вот. Так что вот он тоже как бы такой для организма. По одной-две капсулы в день во время еды по назначению врача. Вот. Ну, пиколинат хрома вообще, я тоже сейчас как бы нахожусь на диете, и его многие советуют, чтобы вот не срываться, чтобы не было тяги к сладкому, там, ко всяким булочкам. Вот, попробуем. Тоже я две баночки заказывала, ну, еще знакомые тоже брала. Дальше зубная паста, тоже две штучки я заказывала. И это укрепляющая зубная паста. Сейчас я найду. Вот. Стоит она на сегодня 156 рублей. Это паста против зубного налета, глубоководная мята. 85 грамм в этой пасте. Она не содержит фтора, не содержит сульфата натрия, предотвращает образование зубного налета, освежает дыхание, предотвращает образование зубного камня и имеет отбеливающее действие. Значит, все пасты этой компании Джейсон, они как раз не содержат всяких консервантов, красителей, подсластителей и все такое. Ну, способ применения, наверное, всем понятен, ничего нового у нас нету. И еще что я взяла, это такую штучку, сейчас я открою и к вам вернусь, под названием ситечка. Так, и стоимость за это ситечко я отдала 200 рублей. Она шло по акции,
пробные товары, я так понимаю. Какая-то акция есть. Это ситечко для заваривания чая из нержавеющей стали. Его можно и как ситечко использовать не только для чая, но и для всяких травок. Вот, сейчас мы чашечку у меня сыночек найдет. Значит, мы вот так в чашечку ставим. Вы положили сюда, значит, нашу там травку какую-то или чай. Даже может быть и кофе, потому что дисперсия, он и прям вот эти дырочки совсем малюсенькие. И все, и вы накрыли крышечкой. И после того, как вы крышечкой накрыли, дали настояться, у вас уже все готово. Можете пользоваться. Подняли, и все. Большой объем, поэтому хватит и травку заварить, что хотите. Ну, вот, в принципе, все, что я хотела рассказать о том, что я заказала. Ну, если по сумме, давайте я вам скажу, сколько у меня обошлась эта посылка. Сейчас я вам скажу. Так, за все. Бесплатная доставка, плюс у меня какие-то там бонусы были. За все я сэкономила 800, сейчас скажу, 830 рублей. Вот, и у меня это вся... Вот эта вот моя покупочка, она обошлась в 3700 рублей. То есть это практически, ну, я не знаю, это если для печени смотреть, какой-то взять сфаглиф или какой-нибудь тот же Ависол, он стоит рублей 400, а фосфоглиф вообще стоит по 1000. Вот, да тем более на такие сроки, что здесь можно пользоваться почти 3 месяца. Три баночки, это почти 6 месяцев по одной, если, то смотрите, какая выгода. Также и индол-3, он 1200 стоит, в 3 раза меньше дозировка на Вайлдберрисе там. То есть очень-очень выгодно. Так что всем спасибо еще раз за внимание. Всего доброго.